Всем нихао, вы на канале Русский Китаец. Я решил купить себе мотоцикл и подумал, что для вас это тоже будет интересно, ведь многие из вас начали спрашивать про мотоциклы, ведь скоро лето, скоро сезон, и вот эта тема как-никак будет актуальной. В Китае очень много различных мотобрендов, я рассматривал очень много, но мне приглянулась вот компания, называется Benda. И почему она мне приглянулась? Потому что они делают очень крутые мотоциклы, очень стильные, мощные, с крутым очень дизайном. Такого вы подобного ничего не найдете за эти деньги. Компания Benda на рынке существует уже с 2016 года. Она приглянулась не только мне, а просто миллионам китайцев. Очень много этих мотоциклов встречается на дорогах. Я бы сказал, что одна из таких топовых китайских компаний. И именно у этого бренда мне приглянулся вот такой вот красавец Benda Napoleon. Ребят, вы просто посмотрите на этого красавца. Ну, реально очень круто выглядит. Реально очень круто выглядит. Я, честно скажу, не сильно разбираюсь в мотоциклах. Для себя купил просто как игрушку. Иногда покататься можно. Меня просто поразил его дизайн и цена. Ребят, цена в Китае вот на этого красавца всего 350 тысяч рублей. Вы представляете, вот это вот за 350 кусков. Здесь у нас 450 кубиков, 2 цилиндра. 50 лошадиных сил, крутящий момент 45, коробка у нас 6-ступенчатая. Размер он у нас в длину 2 метра 260 миллиметров, в ширину он у нас 846 миллиметров и в высоту 1 метр 183 миллиметра. Ребят, такой мотик весит почти 200 килограмм, здесь 196, но здесь уже имеется некий апгрейд, 200 по-любому здесь есть. Объем бака 16 литров, расход примерно 4 литра на 100 километров. Опасная штука. У меня никогда не было мотоцикла. Это вот мой первенец. В детстве катались на мопедах, но это совсем другая история. Вот эта вот штука до сотни разгоняется чуть более, чем за 4 секунды. Очень быстро, поэтому всегда будьте осторожны, всегда одевайте каски, экипировки и так далее. Ну и максимальная скорость нашего Наполеона 160 километров в час. Колеса у нас идут 150 на 80, 16 диаметра, как и впереди, так и сзади. Здесь у нас дисковые тормоза, как и впереди, так и сзади, от компании Benda. А на других, более чуть-чуть дороже моделях, используется уже тормозная система от Brembo. Наполеон у нас идет одноместный, но я дальше вам как-нибудь покажу. Я уже заказал эту сидушку. Короче, она вот так будет открываться, оттуда вторая доставаться, и спокойно можно будет садиться второму человеку. Но вес второго человека не должен превышать 60 килограмм, поэтому, пацаны, вы точно сможете покатать девчонок. Я сразу обратил внимание, что здесь у нас вот колесо достаточно сильно открыто, наверное, будут брызги, всякая грязь лететь на спину, поэтому можно заказать 100-200 юаней, вот такая защитка будет пластмассовая, полностью закрывать. Дорогие друзья, буквально на одну секунду отвлеку ваше внимание, потому что мы недавно начали заниматься спецтехникой, а конкретно грузовыми полуприцепами. И сейчас есть 24 наименования, которые мы можем поставить в Россию, куда входят вот такие полуприцепы. Без проблем, со всеми документами, как ОТТС и другими, мы официально поставим в Россию в кратчайшие сроки. Потому что не нужно эту технику везти через Кыргызстан и какие-то другие страны. Лизинг, кредиты и так далее, все приветствуется. Поэтому сейчас под этим видео переходи по ссылке в Telegram, пиши моим менеджерам, которые тебя проконсультируют от А до Я. Вот эти вот дуги, это тоже доп идет, тоже недорого, в районе там 5000 рублей. Спокойно установили, и если ваш мотоцикл, не дай бог, упадет, ну как минимум дуги только пострадают. Ключ зажигания у нас обычный, вот здесь вставляется. Ребята, вот сейчас посмотрите просто на вот это. Вы представляете, мотоцикл за 350 тысяч рублей вот так вот выглядит, уже с более такой навороченной информационной панелью. Блин, по-моему, вообще очень-очень круто, дешево и сурово. Ребят, мы сейчас прорабатываем как раз поставку мотоциклов в Россию. Будем возить также и через Киргизию, и через Россию
напрямую. Поэтому подписывайтесь на канал сейчас, переходите по ссылкам в Telegram. Там вся информация, менеджеры вас всегда проконсультируют. Тут можно вообще любой мотоцикл, мопед приобрести. Вот, допустим, на 150 кубиков вот такой вот мопед. Дальше у нас идет вот четырехцилиндровый. Чем-то он на Харлей походит. Самый мощный, вот, который здесь есть, это вот на 700 кубиков. За 3,8 секунды до сотни разгоняется. Вы также можете у нас приобрести. И не факт, что в России они все есть по наличию. Допустим, вот этот, который я покупаю сейчас, 450-й Наполеон. Их в России пока что нет. Давайте послушаем его звук. Ой, эй, хорош, хорош. Ну, прям очень хорошо, да? Есть два крутых глушителя. Очень стильные. Блин, да он весь очень круто выглядит. Мне очень нравится. Короче, вот так вот выглядит коробка. Сейчас ее будем вскрывать. Сейчас, как говорят, распаковочка, чек. Как будто игрушка, да, пришла? Давайте. Вскрываем, смотрим. Опа. Опа, все в целлофанчике. Как вам? Ну, то есть, смотрите, как упакован. Все спокойно в фуру ставится. Хотите, хоть 20 заказывайте, все запихаются в фуру спокойно и поедут. Видите, полностью все упаковано. Бак. Вообще все в каких-то целлофанах, вот в таких вот чехлах. Круто. Вот приятно, да? Вот получаете посылку, да? 300 тысяч, еще раз напомню, стоит мотоцикл. И вот так его доставляют. Все вот. Посмотрите, материалы реально, даже вот эти все тряпки хорошие. Не какая-то дешевая хрень. Ребят, в Китае, когда мотоцикл покупаешь, так же, как и на машину, нужно платить налог. То есть у нас в России мы там каждый год платим. А здесь один раз купил новую машину, нужно один раз за нее заплатить, и все. Налог считается, общая стоимость делим на 11,3, и вот как раз будет вот эта цифра, на 11,3. То есть на него сейчас налог будет в районе 30 тысяч рублей. Бензина 0, видите, показывает, какая скорость. Обычно такого не бывает на мотоциклах, но тут у нас умный циферблат, поэтому все написано. Вот что тут заметил еще. Есть USB и Type-C. Круто. То есть можно поставить сюда беспроводную зарядку для айфона. Короче, не покатаешься сейчас особо. Холодно очень на улице. Его здесь оставляю, потому что завтра они прям будут ставить его на номера. Плюс я заказал вот эту защиту, переключалку эту скоростей, которая наступать на которую нужно, не нужно вот так поднимать. Короче, чуть-чуть проапгрейдим его, и через пару, там, тройку дней будет все готово. Ну и на этом видео подошло к концу. Абсолютно любой мотоцикл, абсолютно любую машину, квадроцикл, там, сейчас и спецтехникой занимаемся, не забывайте тоже про это. Вы всегда можете заказать у нас, мы работаем постоянно, менеджеры всегда на связи, поэтому переходите под этим видео по ссылкам в наш Telegram, также сайт у нас ВКонтакте, Instagram, короче, везде на нас подписывайтесь, следите за нашими новостями и не забывайте также поставить лайк, подписочку, колокольчик, потому что очень впереди много интересного контента. Ну и до скорых встреч. Пока.